Избранник народа должен кругленькую сумму. Сотрудники службы судебных приставов наведались на рабочее место депутата Кохамской городской думы. Руслан Огнев должен был принимать граждан в приемной «Единой России», которую и представляет в законодательном органе. Видимо, сработало предчувствие. Депутат прием прогулял. Они спрашивают, где вас найти, что им ответить. Вот и он, правда, на фото. Руслан Огнев – директор компании «ИФЭнергосервис», на которой числится просуженная задолженность больше 2 миллионов рублей. Решение суда должник не выполняет и от приставов скрывается. Предупреждение мы вам вручали, требования наши не исполнили. К нам вы не появляетесь. Юриста у меня не было. То есть я хочу вас лично видеть у себя на приеме. По адресу регистрации избранника народа не застать. Сам в службу он не приходит. Несмотря на долг, видимо, и спит спокойно, и работает. Ну, нет, агрессивно он не настроен, он просто не собирается платить. Не исполнять решение суда он не собирается. Да, потому что когда даже это было уж месяца два назад, я ему также звонила, приглашала к себе на прием, объяснить, вручить там требования. Он единственное, что всегда говорит, то присылайте повестку. Повестку присылать некуда. Сейчас он мне объяснил, что работает на этой фирме в единственном числе. Хотя дело не шуточное, не говоря уже о престиже профессии, Руслану Александровичу грозит уголовное преследование. В случае, если задолженность генеральным директором, а также организации не будет оплачено, то будет решаться вопрос о привлечении Огнева Руслана Александровича, который является директором данной организации, будет решаться вопрос о привлечении его к уголовной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации по статье 315. А вот это офис предприятия «ИФЭнергосервис», где Огнев работает якобы один. Конечно же, и здесь мужчину не застать. В кабинетах несколько сотрудников, они, как рассказывают, представляют разные компании. «ИФЭнергосервис». Да. Он работает у них один. Здесь и «ИФЭнергосервис», и другая организация. Да, все, да? А документы на другую организацию кто мне может показать? А что именно, какой документ? Учредительные документы ваши, что здесь находится. Какая организация здесь находится? Судебные приставы принимают решение изымать офисную технику и мебель. Оценивают стоимость на глаз. Позже точный ценник установят специалисты. Средства должны пойти в счет погашения долга. Судебный пристав-исполнитель накладывает арест на имущество, находящееся в помещении данной организации, после чего оставляет на ответственное хранение должнику, где прописано в акте, что ему 10 дней для оплаты долга, или тогда имущество пойдет на принудительную реализацию. Приставы, если эти меры на должника не повлияют, планируют сообщить о факте в региональный парламент. Может быть, коллегам или сторонникам по партии удастся научить депутата отдавать долги. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.